Всем привет, друзья, ребятушки, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение паразитки Евы. У нас куда-то мужик исчез. Убрали мужика. Паразитки Евы первой. Нас с вами... Нам надо было... направляться... в музей. Как вы помните, наверное. Так... Сейчас с того есть метрополитен, заваленный, мы куда-то убежали в него. Текстуры. Я, конечно, надеялся, что здесь ящик, может быть, какой-нибудь дадут. Но... Ага, ух ты. Смотри-ка, что здесь есть. Какие-то секретики. Давай что-нибудь выложим. А нам с тобой нечего выкладывать-то. Так... Аптечка 3, аптечка 3. Смотри, сколько вы набрали аптечек. Это пускай будет. А то будет, как в прошлый раз потом. Не надо было гранатомет мне с собой, конечно, таскать. Позволяет изменять свойства оружия. На Рита надо будет все это выкладывать. Вода Д. А что нам с тобой толку? Все равно мы сюда не вернемся, так что... В-протектор. Смотри, что у нас с тобой мы взяли. В-протектор, а у него 33 брони всего лишь. От чего-то у него какая-то защита, от чего-то. От чего у него защита-то? А даже не написано, смотри, от чего защиту дает. Ну, бред вообще. Ладно, то наденем обратно. Так, давай попробуем, может быть. Атаку, я не знаю, на что брать атаку, понимаешь? Потому что здесь вообще не поймешь просто, на что брать атаку. Потому что здесь дичь какая-то происходит. Я не знаю. Что-то с чего-то надо снять куда-то. Надо дробовик вообще улучшать по-хорошему. Много места, потому что для нее есть. Можно было вообще вот это вот выкинуть. Да, у нее, в принципе, отбирать-то нечего. Мы с тобой тогда его и выкинем. Как он называется? Сейчас посмотрю только. Так. А, это SM протектор у нас получается, правильно? Да, это SM протектор, тогда мы сейчас с тобой SM. Это получается такой же, который... Нет, подожди. Это... Я даже не знаю, что ли. Вы протектор усиленная к лобовой атаке. Даже не знаю, что на самом деле выкинуть-то. Э-протектор тогда мы с тобой выкинем. Э-протектор давай выкинем. Так, э-протектор. Так, будет удален. Хорош. Ну-ка, баба. О, ключ взяли. А, еще одно что-то есть. Ох, подруга, ты прям что-то... Я прям не могу с нее. Я не знаю, что выкладывать. Давай думай, что у нас с тобой выложить. Надо будет нам с тобой много чего выкладывать, на самом деле. Целую кучу оружия всяких разных. Я пока что не придумал. Давай тогда я сижу покумекаю, что где снять. Откуда можно. Лучше, конечно, было бы дробовик улучшить. Лучше было бы улучшить с тобой дробовичок. Что у него много всего того, что я хотел бы. Мы можем, в принципе, тогда выбрать его. И снять, наверное, может быть, эффект Сэмки. Можно было бы даже по плюс 12, плюс 5 забрать, но мы не будем. Нет, мы с тобой, знаешь, что лучше сделаем? Мы с тобой тогда снимем с... С ППК снимем тогда. Так, мы с тобой тогда снимем с ППК. Нет, подожди, что-то я ничего... Что-то не то вообще делаю. Так. Я хотел на дробовик поставить эффект снять с ППК на 5 выстрелов. Но я боюсь, что он сейчас вообще никакущим будет. Так, будет взят, ППК будет утерян. Все. Будем-то потом смотреть. Еще один ключ. Нормально. Все, короче, ребятушки, мы с вами отсюда вытекаем. С метрополитена. Разнесли всех боссов, всех врагов народа. Набираем с тобой новый левел. Это, разумеется, нас не может не радовать. Так, нас с тобой, наверное, надо сюда. Может быть, сюда.
А есть разница, где выходить-то вообще нет? Не знаю. Сейчас давай посмотрим. О, здрасте. Ящик валяется. Аптечка 3. Во! Как раз таки я хотел испытать. Здорово, еноты. Ну-ка, сейчас он вылезет моего. Жмякнем. Бабах! Прикинь, по 108. За замораживающим ударом его. Забубенили прям в лобешник. Слушай, вообще четкая тема, а? Это мне нравится, а 108 крит выпал. Это же вообще круть получается-то какая. Давай попробуем выбрать дробовик. Замораживающие эффекты можно будет забрать, но нам нужно с тобой сначала по дамагу смотреть. Если дамаг будет по криту такой же выпадать. Опа, хорош, баба залезла, молодец, подруга. Так, давай. Алло, в смысле не работает? Попутала, что ли, подруга? Все, звоним в участок, сообщаем, что у нас все ништяк. Мы с тобой многоножку забубенили. Всех раскидали, всех, как всегда, распинали, как всегда, красавчики. А, слот один, теперь нам с тобой, да. Мы с тобой, мне главное не забудь, что надо будет второй диск запускать, а то, прикинь, потом забуду. И буду запускать диск первый. Все, подруга, дней моих суровых. Так. Поднимаемся наверх. Хорош. Открыли дверцу. И выбрались из метрополитена. У нас с тобой, разумеется, ночь. Госпиталь, участок 17. Так, вообще, в принципе, знаешь, что я сделаю? Я думаю, что нам с тобой вообще, на самом деле, нужно не в участок, а в музей. И у нас с тобой сегодня будет серия про Якубовича. Потому что именно он у нас с тобой был охранником. В четвертой серии, кто не знает, это у нас с тобой было задание «Найди Якубовича». Не знаю, кто из вас нашел его или нет. Если вы нашли, то вы молодец. Если не нашли, но ничего страшного, бывает. Ящик у нас здесь есть с тобой только один-единственный, в котором, соответственно, мы можем сейчас здесь убрать вещи. Но если мы их с тобой уберем, то мы их с тобой отсюда здесь потом не заберем. Поэтому надо поступать, так сказать, мудро. Парам-парам-барам-барам, на то оно и утро. Так. Какие-нибудь проблемы, Ая? Модификация. Что необходимо модифицировать? При помощи кредитки, короче, мы с тобой можем, заплатив ему 100 тысяч миллионов, 150 миллионов долларов и евро, можем сделать вкачку какого-нибудь оружия. Мне просто интересно, а можно ли будет еще? А, нет места, то есть у нас с тобой здесь, в принципе, под максимум все забито. Можно вкач... можно сделать вкач здесь. Потому что хорошо очень гранатомет у нас с тобой стреляет. И, в принципе, оставить два оружия. Это дробовик. В-протектор снять, потому что мы с тобой с В-протектора все равно... нет места, видишь, пишешь? То есть у нас с тобой на четвертый ничего поставить нельзя. К сожалению. На гранатомете тоже нет места. На гранатомете вообще ничего нельзя прокачать. Это, конечно, очень прискорбно. Эту винтовку мы с тобой можем снять. Мы с тобой, значит, оставляем дробовик. Тогда и гранатомет. Так, получается, вот... такой гранатомет. А, Стингер, мы с тобой, кажется, наверное, здесь еще вертолет сможем сбивать. Что я сделаю Стингер с Call of Duty, правда, тоже остается загадкой, непонятно, но... как говорится, что разработчики придумали, то они и придумали. А мы с тобой здесь уже никак это... этот вопрос уже не решаем, разумеется. Я не знаю, что нам с тобой прокачивать. Ну, давай тогда здесь еще слот поставим. Ага. Походу, разлочили. Давай, сейчас он с тобой заберет наш гранатомет. Ну, не такая улыбка, я не могу, просто няшная какая-то. Да уж, из них бы, наверное, получилась бы отличная пара. Получите и наслаждайтесь, спасибо. Снаряжение, теперь мы с тобой можем, наконец-таки, убрать лишнее оружие. Переложить сюда. АГ выложить, вот это вот. Нас то надо вообще по-хорошему так проверять. Мы можем убрать. Нарина, давай, это вот какая-то Нарина. Нарита, Ларита. В смысле, а почему? Что за бред? Алло. Почему я не могу Нариту твою эту снять? Да не нужен он мне. Бред, выкини эту помойку. Только зря место занимает, прикинь, и не можем никуда ее деть. Коллекционные карточки, ха. Мне говорят, типа, короче, нету ничего.
Что за коллекционные карточки-то какие-то? Не понимаю, какие-то варкрафтские. Коллекционные карточки. Или коллекционные карточки из этого, из чипсов Читас, как раз-таки в те годы примерно это было актуально. И в чуть более поздние они выпускали там с этими чипсонами. Вспоминает сразу. Ностальгия, молодость, детство. Так. ХП восстановим, пока дают возможности. Давай тогда посмотрим еще раз. Что мы с тобой можем выложить? М16А1 мы с тобой оставляем. М870 оставим. И М79-3 оставим. Значит, М9-2 и М19. М9-2 и М19. Мне тогда все это выложить ему? Отдать. Давай тогда все ему поотдаю. Лишнее мы с тобой продолжим, чтобы зря не тратить время. Короче, куда-то все поразбежались из полицейского участка. Никого нет, походу все спят. Ночью, хотя должны работать. Потому что могут в любой момент позвонить там у кого-нибудь, не знаю. Ляжки кто-нибудь обдрастал там, допустим, с этими абрикосами. Почему полиция не разбирается, непонятно. Или еще что там у кого случилось. Все, сохранились, ребятушки, мы с вами тогда движемся дальше. Видишь, никто не играет в контру, у нас с тобой какая-то помойка, что такое, не знаю. Как раз таки рядом с моей головой какая-то штука вот эта вот находится непонятная. Может там талончики типа выдавать. Итак, ребятушки, у нас с вами ночь музея ожидает. Да, именно туда мы с вами движемся. Совершенно верно. Где вся полиция, непонятно. Нам все приходится почему-то решать в одиночку. Ну, мы с тобой погнали. Якубовича, разумеется, нет. Он уехал на съемки передачи своей любимой. Да, и почему-то все открыто. Ничего не закрыл. Конечно же, никто не следит за порядком. Опа, здорово. Ты куда собрался? Кто здесь? Подождите. Так это же этот самый проктолог. Где Якубович? Верни Якубовича. Так, почему-то нам уже не предлагают записываться. Ну а кто открывать-то будет? Алло. Я не понимаю, он, походу, заодно с Евой. С Мелиссой Евой, не знаю, как ее называть даже. Прикинь, вместе вот сошлись существа. Так. Хорош, сейвимся. Алло? А кому она звонит? Кстати говоря, там никого нету, если в полицейском участке. Не знаю, на деревне бабушки, может, привет хочет в Пензу передать. О, может быть. Может быть, в Пензу, может быть, в Пемзу. Кто его знает. Погнали. Открываем дверь. Больше похоже на шкаф. Шкаф-плацкарт. Так, что у нас с тобой? Какая-то карта моргает. Так, мы с тобой оттуда пришли. Сохраняемся. На всякий случай два сохранения делаем. Наверное, нам туда. Больше никуда не предлагаю. Тишина какая-то, ни саундтрек, ничего не играет. Так, кто-то здесь свои порядки наводит, походу. Короче, у нас с тобой... Походу, обокрали музей. Но мы с тобой тоже... Не пальцем деланы, решили с собой прибрать аптечку. Она нам еще пригодится, потому что... Так. Подруга, ты открывай дверь давай. Во, хорош. Погнали дальше. Никого нету, тишина какая-то вообще. Что такое? Эй! Запер двери, походу. Так, у нас с тобой динозавры, прикинь. Из ноевых времен. Во! Теперь сейчас будем бубенить. Ну да, как я и, собственно, ожидал. Дамаг уменьшился. Дамаг, кстати говоря, просел очень люто. Хотя мы с тобой, конечно, стреляем одновременно по двоим. Даже хоть, в принципе, троих можем зацепить. Ну-ка, на тебе, хорош. Хорош. Всех закидали за
поняли, правда, у меня много отобрали. Тоже мы с тобой восстанавливаем 483. У нас с тобой хпшки. Не, наверное, мне все-таки... Не стоило такой делать. Вкач лютый повышен. Хорош, 629 хп, бонус очки. Сколько? Эволюция поразит энергии лечения, снимается негативное воздействие. 237. Так, но на самом деле по поводу рюкзака мы с вами вроде как разобрались. Господи, откуда взялись эти динозавры? В смысле, откуда? Но подруга, воскресли. Откуда же мы еще взяться-то? Так, мне 2. Хорош, все, восстановились, идем дальше. Ключ взяли. Мы с тобой тогда можем, в принципе, с тобой аптечек много. P220-2. Это из-за того, что мы с тобою поставили 5 мощи. Мощь вот эта вот, она урезает дамаг. Я это уже тоже вот сейчас вот все так хорошо выяснил. Именно из-за него, но обратно мы уже никак. Если только с другого оружия ключом опять же снять, допустим, поставить 2. Тогда будет шанс что-то нам с тобой изменить. Так, давай посмотрим. 48 дамага, 55 зоны и 12... Нет, как-то маловато будет. В принципе, можем с тобой сменить тогда оружие. Поставить гранатомет у нас с тобой будет на 2 выстрела. Но опять же, здесь, понимаешь, здесь нужно смотреть как. Смотреть надо более правильно. Со стороны плюсов и минусов. Заперто, говорит база, да? Заперто, правильно? А почему бы не выбить дверь? Ты же как бы в полиции учишься. Кто будет учиться выбивать двери? Ну, как бы... Может, через форточку пройдем? А нам с тобой не предлагается этот вариант. Нет, ничего нам с тобой ложить не надо. Все понятно, тогда идем обратно. Возвращаемся, а куда нам еще с тобой идти? За ним бежали, бежали, вот и прибежали. Здрасте. О, кто это такие? Маленькие, зелененькие. Это же эти, тушканчики, походу. А может это не тушканчики, может это какая... Еще какая неведомая зверушка. Замораживающий 73 дамага, хорош. Ну-ка. Бабах, давай, стреляй, ты подруга, да ты целишься полгода. Они тебя уже сожрут. 69 дамага, слушай, вообще неплохо. На! Давай динозавра загасим. Хорош, 103. ХПшки-то прикинь, как сняли мы с тобою. Нет, мы с тобой аптечки будем копить, пока есть возможность, будем по энергию тратить. На лечение. Пока на то нам с тобой предлагают, возможности есть. Ну-ка, на тебе, хорош. Допрыгался. Ну-ка, на тебе. Вот у меня еще язык высовывать, слышишь? А, погоди, это, наверное, хамелеон. Это не тушканчик, это хамелеон, ребята. Я понял. Зеленый, хотя не поймешь, может, гоблины вообще какие. Ну-ка. На тебе, хорош. Так, это мы заберем, это мы тоже заберем. А хлам нам не нужен. От него толку никого нет, на том, собственно, и хлам. Так. Слушайте, даже вот честно, вот не знаю, с чего выбирать. Можно, в принципе, может быть, какого-то оружия... Бонусы снять. Б-комплект, атаку. В принципе, можем и атаку прибавить. Но имеет ли смысл? Не знаю. Наверное, не имеет смысла. У нас с тобой 19 минут, а знаешь, что давай сделаем? Что мы с тобой сделаем? Сейчас этих гасанем, выйдем в холл, сохранимся. Пока что остановимся. Сейчас мы с тобой... Просто он хорошо, он по толпе бьет. Вот так вот, по 30, по 32 дамага. Слушай, тоже нормально вбубенивает. Сейчас можем какой-нибудь эффект попробовать даже, кстати говоря, снять. На! Хорош. Чисто по толпе, смотри. Троих продамажили, нормально. То есть, как бы везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. То есть, нужно тактику подбирать против этих покемонов.
Вот, хорош, все. Все, раскидали всех. Они, видишь, мы их ядом траванули. Если с гранатомета было бы снять этого эффект, но мы не будем. Почему? Потому что нам нужно какое-то такое оружие хорошее. А его, правда, по единице дамажит всего лишь. Это, ну, маловато. Видишь, он отбежал специально, чтобы я не попал. А я все равно попал, прикинь. Ну, правда, мы так будем очень-очень долго стрелять с такого расстояния. Что он понимает, что у него шансов никаких нету, понимаешь? Он уже ничего не может. Хотя нет, вроде как может. Ну, по крайней мере, пытается. Ме-2. Ме-2 вообще уже ничего не потребляет. Смотри, ПЕ сразу, раз-раз-раз, и все, восстановилось на фуле. Ну-ка, давай опять в него. Бубеним. Нормально. Не, нормально стреляет. Все равно чисто прокачка, но все равно, ну... Да хорош-то уже, давай. А, все, походу, да, у меня места больше нет, правильно я понимаю? Ну да, аптечек мы с тобой взяли про запас, но зато у нас этот самый жилет автоматически срабатывает на жилете аптечка. Да, как я и сказал, правильно? Нас, наверное, все равно в холл-то и надо идти. Так что, ребятушки... Так что мы с тобой засейвимся. Сейчас пойдем, выйдем в главный холл. А может, это, кстати говоря, здесь в роли охранника это не Якубович был на самом деле. Это мог быть, знаешь, этот фильм «Ночь в музее», я забыл, как зовут того актера. Старый. Он, может быть, хотя как-то странно, вроде как 2021 год, он даже моложе, чем здесь в 1997 году. В те-то годы, когда там он в комедиях снимался, тоже был очень молодой. Классный актер. Так что, ребятушки, пока что это все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание. До новых встреч. Кроме всего, не переключайтесь. Буду много всего крутого и менее интересного. С вами был Ширанка. Огромное спасибо за внимание. И пока-пока. Не переключайтесь.